Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя-легенды. Так, я забираю свои награды и смотрим теперь, где я нахожусь. А нахожусь я в Лиге Самураев, 2 звезды, ранг у меня 25. Поэтому давай-ка мы, наверное, сразу же сгоряча будем повышаться в ранге. Так, 13-16, ага, спасибо. Возьмем 14-17, так, уровень 42-й, 44-й. А мы с тобой возьмем наших 56-х уровней. Они думают, что я буду с ними тут сяськи-масяськи играть. Нет, нет, друзья мои. Никаких сясик и никаких масясик. Прямо будем бомбить. Безоговорочно. Так, постепенно урон только на одного повесили. А ну-ка давай торнадо. Слушайте, ребята, сегодня у меня накрылся один жесткий диск. И я слышу, как второй скрипит, 4-гигабайтный. Просто уже на последнем издыхании. Он нагревается жутко до какой температуры. Я не знаю, сколько ему осталось жить, но на нем очень много информации. А чтобы перекинуть, у меня нету такого объема жесткого диска. И покупать как бы сейчас не на что. Так что я даже не знаю, что и делать. Инфы очень много. Как бы сгорит, будет обидно. Это, кстати, тот жесткий диск, который я покупал на, если не ошибаюсь, на Озоне или на Валберсе. Ну, я тебе скажу так. Ехал он с Китая и приехал он уже бэушным. Да, ребята, он приехал бэушный и продавался как новый, но он БУ. Это я уже потом узнал, спустя какое-то количество времени. Меня сразу же смутило, когда при первом запуске он заскрипел, затрещал весь. Ну, я как бы не придал этому внимания. Думал, что, может, притрется. Нет, не притерлось. С каждым разом все хуже, хуже, хуже. А это было когда? А это было зимой, мы покупали его. То есть полгода прошло. И ему кирдык. Жестко. Да, ребята, обидно будет. 4 гигабайта инфы. А там и игры со Стима. Там у нас, ой, там много чего. По-моему, там и Хогвартс. Как бы не знаю, ребят. Хогвартса, в принципе, мне как бы не жалко, потому что он со Стима идет, у нас там сейвы сохранятся, а вот остальные игры... В общем, не знаю, будем надеяться на лучшее, как говорится, а худшее само придет. Так, ладно, у нас сейчас черепашки. Черепашки ниндзя-легенды. Так, ну что, у нас очередной поединок. Пока еще мы справляемся нашими 56-ми уровнями. Давай-ка мы заблокируем им хил, чтобы этот Кирби тут даже носа не подточил. Дальше мы вырубим, наверное, Донателло, я думаю. Вырубим. Добивай его. Так, дальше бросаем флакон. Так, минус двоечка. Дальше добиваем Мондагека. И остается у нас Рокстеди. Но Рокстеди тут начинает выпендриваться, причем зря. На тебе. Все. Изично. Мы его смогли подбить. Так, ну что, тогда продвигаемся дальше, и мы переходим на 55-й ранг. Кстати, посмотри, мы с тобой в Лиге Самураев 3 звезды. Да, а день недели сегодня... А день недели сегодня среда. Через полчаса будет уже четверг, потому что на моих часах половина двенадцатого. Так, ну что, я беру опять же 56-й уровни. Погнали. И я думаю, что мы справимся. Я думаю. А вот как оно получится? Главное, чтобы никто у нас не упал. И у нас, кстати, здесь массовых атак только у одного персонажа, да? Ты посмотри-ка, постепенный урон. Он еще и ускоряется, Мондагека. Ой-ля-ля. Что будем делать? Кто из них тут самый противный? Да не все противные, если честно. Давай, наверное, сделаем так. Гипноз, типа. Так, дальше... О, минус один. Так, кого бы нам вырубить? Я думаю, наверное, вот этого. Сможешь его пробить, а? Бибоп. Красавчик. Так, а ты мне, пожалуйста, убери вот этого. Нет, 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 нет. Давай, наверное, вот так попробуем. Эх, подкачал, подвел. Так, в кого бьет? Он промахнулся, да? А вот этот жирный. Ну, не особо страшно было сейчас, на самом деле.
Вот, баллончик бросает. Контратака. Молодец, Хан, вырубил его сразу же. Как говорится, под дых ему пяткой дал, и все, и тот отдуплился. Ну, а мы... Отвали ты, кабан толстый. Давай, наверное, так сделаем. Жу. Пикировщик ты. А, он спрятался. Я думаю, что мы его не можем, блин, бомбить. Он в инвиз ушел. Он ушел в инвиз, но это ненадолго. Все. Ребят, здесь мы тоже прошли. Никого, слава богу, не потеряли. И двигаемся дальше. Смотрим, какая позиция у нас будет. 36-я. Это мы только лишь попадем в Лигу Сёгунов, да? В Лигу Сёгунов одна звезда. Как-то вяло. Как по мне, ребят. Вяло, вяло все это происходит. Дай-ка я возьму, наверное... А давай вот возьму Рафаэля. Я думаю, что одной массовой атаки будет достаточно, чтобы полегли наши вражины здесь. С копом. Давай проверим. Я же тебе говорил. Хватило, и они все упали. Так, мы переходим на 20 какой-то, да? Оу, 15 ранг. 15 ранг, это хорошо. У нас Евгений. У нас Евгений в противниках. Поэтому беру Леонардо, Рафаэль, Микеланджело. Давай также возьмем, наверное, Пиццелицева. И... Нет, обычного Шредера. Я даже не могу назвать его классическим, потому что это не классика, ребят. Классика у нас немножко другой. Но, тем не менее, довольно неплохо ударил. Я думаю, что сейчас Майки парочку за собой заберет. Даже троих. Ну и Лео, наверное, добьет массовой атакой. Красавчик. Ну, двигаемся дальше. И смотрим, куда мы перебираемся. А мы перебираемся, да, в Лигу Сёгунов одна звезда, ребята, 95-я позиция. Не раскисаем, не унываем, а продолжаем дальше. Сейчас мы посмотрим. Может быть, каким-то чудом нам дадут 16-20. Хотя это шанс 0,005 тысячных, наверное. Да, скорее всего, так оно и есть. 15-19 вполне играбельно. Ну что ж, давай тогда возьмем. Я возьму тогда Макмана здесь. И со злости я сейчас сделаю, ребят, супер торнадо, которое сразу же всех, по идее, должно наказать. Ну давай. А вот так вот. Это за то, что они мне не давали 16-20. Это, так сказать, моя была личная месть. 77-я позиция. И что у нас тут? И у нас тут... Блин, я хочу получить 15-20. Ну что им надо? У меня отличная команда. Иду я хорошо, прогрессивно. Почему нельзя мне дать 15-20? Или 16-20? А потому что они зажопили. Поэтому и не дают. Им жалко, ты понимаешь? Им жалко, у них... Жаба их душит. Ну, давай возьмем тогда к нам в помощь крысиного короля, который одним взмахом руки вызывает стаи крыс, который обглодает вот этих вот маленьких сосуночков. Вот это бревно мне сразу напоминает ниндзю из Tower Conquest. Помнишь, когда она погибает, она превращается вот именно в это полено, из которого потом опять оживает. Хе-хе. Малорик, крысиный король, знает толк в крысах, поэтому у него все великолепно получается. А мы занимаем 58 место. Так, и я беру опять же 15-19. Здесь я возьму Майки плюс Донателло. И, наверное, Майки плюс Донателло и плюс Карайчика. Хотя, на самом деле, Карайка здесь не нужна. Почему? Потому что здесь будет достаточно, мне кажется, одного Дони с его сюрикенами. Хотя Майки будет ходить первым. Но мы не будем ничего делать, мы просто атакуем. Так, Донни, давай. Толстый жирный выжил. Но это было такое временное неудобство. Так, назовем это. Итак, смотрим. Давай тридцатку. Угу, тридцатку. 41, не хочешь? 15-20. Наконец-то мы дошли до 15-20. Берем здесь слэша. Слэш, у нас соточка, и вот такая команда пойдет. Тут у нас и Кунаичи, которая переведена у нас в платиновый ранг.
Ну-ка. Ну, понятно. Слэш, как всегда, в своем репертуаре. А она бомбит. Ты видел, как она бьет? Она не просто там полоснула с этим веером. Она там канделябры такие выплясывают, что будь здоров. Так что этой девочке рот в... палец в рот не клади. Иначе мигом откусит. Ну что, мы ищем. Вот, 15-20 я уже нашел. Я возьму, наверное, сразу Рафаэля и... Я беру здесь Зека. Этого более чем достаточно. Во-первых, Рафаэль берет провокацию, а Зек замедляет их, ну и при этом еще наносит урон. Я думаю, остальным просто надо будет немножечко поднапрячься, чтобы просто-напросто их добить. Да? Да, берем провокацию. Я не знаю, как по инициативе, но, по-моему, будем ходить первыми мы. Давай добьем вот этого вот Микеланджело. Замечательно. Так, теперь... Давай сюда пробьем. Пробивным. Не пробили. И вот так вот. Все. Все было очень красиво. Ну что, друзья мои. Маршируем дальше и переходим. Нет. Не переходим. Не хватило буквально капельку. Ладно, ничего страшного. Раз, два, три. А, у нас уже семидесятники. Стоять, бояться. Вот так я сделаю. Есть у нас 70-й здесь паукус, поэтому я думаю, что достаточно будет паутинки. Добить, конечно, всех не добьет, но покоцает он их хорошо. Дальше, давай-ка муху, наверное. О, вот они, супер белочки. Удар похож, ребята, на удар крысиного короля. Ну, согласись. Только у крысиного короля выбегают крысы, а здесь выбегают эти бурундуки. Все. Изи-изичный. Так это можно назвать. Ну что, мы переходим дальше. И у нас сёгуны две звезды. И позиция у нас 86-я. А ранг по-прежнему мне не повышает. Персонажа уже практически не осталось. А ранг сказали, нет, батенька, извините. Пока вам еще рано повышать. Окей. Давай, Шархан. И добивка, скорее всего, будет. Да. Потому что у них была пониженная броня. У большинства. Ну и при этом они еще были немножко покоцанные. Итак, 70-я позиция у нас. И 16-21 они давать мне не... А вот, 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 вот. Я беру тогда сюда маузеров. Раз, два, три, четыре. Ну, сам понимаешь. Сейчас маузеры просто пиу, и вырубят их. Что-то мне пить захотелось. Пить захотелось, понимаете, ребят? Ой. Ну, пить воду просто невкусно, ведь так? Конечно, нет. Поэтому мы берем холодный чай. Мы берем холодный чай. Гранулированный, само собой. Засыпаем. Берем водичку, заливаем. Хорошо, заливаем. И что делаем? Естественно, размешиваем. Размешиваем. А пока я тут размешиваю свою супер вкусную напитку, мы давай двигаться дальше. О, 16-21. Замечательно. Я возьму тогда Армагона. Да тут, ребят, все уже. Шапочный разбор остался. Так что в любом случае подобьем всех. Одного за другим. Ой, ребята, пьешь и еще хочется. Прям такой вкусный. В меру сладкий, в меру кисленький. С такими, с нотками лимона и что-то вот еще тогда добавлено. Вкусно, очень вкусно. Банка в день у меня улетает. Я 5 банок взял. Надо как-то поэкономнее. Но когда такая вкуснотища, не получается у меня, ребят, экономить. Не получается. Так, давай-ка. Ну давай Крэнга, в принципе, оставим одного. Он у нас еще бомбанет. Я думаю, да? Ой.
А знаешь, почему я еще пить хочу? С работы шел, не удержался, купил ёршика в магазине. Два хвоста. Пришел дома, засадил их. Ну, съел, получается. И вот теперь пью. Они же соленые. Сушеные, соленые. Ну, вяленые, соленые. И вот теперь меня на питье пробивает. Так, а мне вот интересно, Крэнк, сможет ли нас провести в ранг или нет? Он один. Он у нас один. Угу. Блин, какая вкуснота, а. Не могу, пьешь, еще хочется. Блин. Да, Крэнк у нас справился, но вот единственное, что сможем ли мы перейти. Посмотрим, сколько нам там. Ну, не очень дадут много баллов, конечно же. Да, не дает он нам. Два всего лишь балла, ребят. Смех и грех. Ладно, забираем с тобой колоду. Крысиный король, понятное дело, выпадает здесь. Так, дальше. Пройдем серию испытаний. Ребятушки, у нас уже скоро серия испытаний-то будет пройдена полностью. Так что тут осталось шиш, да не шиша. Так, ну тут змейковьюн, да? Мы сейчас попробуем вырубить его. Отлично. Так, ботаник. Нет, надо вот эту вот училку валить надо. Вот у нас злюка, а. Все валяется. Пробили. Так, дальше у нас. Ну что, бросаем бомбочку. Давай, ракеты. Давай добьем этого. И сюда. Вот и все. Что я требовалось доказать. Победили. Прошли серию испытаний. Так, забираем награды. И теперь нам нужно сразиться в боях. Давай-ка поднимем, наверное, уровень. Ребят, еще два уровня и все. И он будет на сотку. На сотку у нас прокачан. Так, значит, 10 и 3 боя нам нужно разыграть. Да что такое это? Подавился чем-то, блин. Знаешь, бывает, когда как вот воздухом взахлеб так глотанул и все. Теперь першит. Так, ну мы ищем с тобой на кого? На Пиццелицева, естественно, на Пиццелицева. Так, и нам нужно вот. Угу. Так, 4. Хотя давай вот это, наверное, прокачаем. 2 3D очка. Ага, одни нашли. Вторые. Так, 2 3D очка нашли. И 8 пультов от телевизора. Так, 8 пультов от телевизора. Ну, сколько там еще? Дай-ка я... Что-то происходит у нас? Что заиграло? Так, давай посмотрим, сколько еще там надо. А, все. Все, ребят. До 5-й ступени прокачали. Так, по-моему, задание мы уже выполнили, да? Да, все здесь сделано. Так, теперь что надо? Теперь нужно нам зайти в жетоны. Тьфу ты, что я делаю-то? Ой, все. Уже начинаю ерундой заниматься. Так, поехали. Фармим. Фармим наши жетоны. У нас 730, нам нужно еще сотка. Всего 100 жетонов, это не так много. Так что давай-ка. Так, 830. Сейчас будет уже 900. Но я буду все тратить, весь сыр. Ребят, весь сыр на жетоны.
Так. Ага. 1000 есть уже. Все, ребят. Сыр кончился. Так, теперь идем в магазин, естественно, в предметы. И приобретаем 3 ДНК. Итого у нас 88 ДНК из 100. Что еще я хотел? А, по-моему, все, ребята. Да, на сегодня все. Мы с тобой в Лиге Сёгунов 2 звезды, ранг 11. Завтра мы перейдем в Сёгуны 3 звезды. Даже, наверное, скорее всего, перейдем в мастера. Надо на своем коротком выходном все-таки, ребят, как говорится, поднатянуть немножко наше отставание. Потому что там опять ночные смены, и там уже месяц конец, и, соответственно, конец будет недели. Так что, друзья мои, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.